В рамках программы социальной газификации работы ведутся сразу в нескольких населенных пунктах Одинцовского округа. Одновременно идет активная информационная кампания. Персональные помощники рассказывают жителям о том, кто и на каких условиях может участвовать в программе. Одним из населенных пунктов, которые они посетили за последние несколько дней, стало Чигасово. С сентября по ноябрь 2021 года деревня будет полностью догазифицирована.